Станция метро «Проспект Большевиков». Остановился правильно. Вот по этим вот маркерам. По этому маркеру он смотрит вправо и видит то, что он остановился рядом с ним. А по этому маркеру... Как он видит, что у этого маркера он остановился? Он видит по стеклу. Вот зеркало, вон камеры. Вот. И вот благодаря вот этому вот всему... Сейчас, подождите. Благодаря вот этому всему, вот этому зеркалу, он понимает, что остановился он ровно у этого маркера. И получается, ни один вагон не находится в тоннеле. Что ж, как-то так. Сейчас увидите, как это происходит. Поезд остановился ровно у маркера. Вот можно видеть в зеркале то, что он остается рядом с этой черточкой, значит, он стоит ровно. Сейчас по зеркалу он определит то, что пора закрывать двери. Вот он спокойно закрыл двери и сейчас поедет. Вот мы можем видеть то, что машинист остановился прямо у маркера. Получается, ни один вагон не находится в тоннеле, либо рядом с тоннелем. Что ж, как-то так. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментарии. Всем пока!